Если жизнь – роман полный драмы, пиши его честно, не ради славы. Героев своих раскрой имена, будь верен им, не держи на них зла. Не окунай в аппетиты хвастовства, покажи, каково это – бороться, пока удача тебе не улыбнется. Расскажи, как больно падать и вставать, ничего не просить, идти, побеждать. Думаешь, будут читать этот рассказ? Может, на полку или все на показ? Дело твое, вдохновлять или нет, вряд ли еще есть какой-то совет. Только пиши, жадно мечтая. Не убирай столы, страниц не считая. Оставь чужие мысли тем, кто их припишет себе без проблем. Сложит затем тщеславие в книге, добавит притворство туда и интриги. А ты, без многоточия и пафосных слов, оставь между строк свою любовь.